Я знаю, это чувство беспомощности, когда невозможно пошевелиться и твое тело тебя не слушается. В такой ситуации главное не сдаваться. Не слушай тех, кто говорит, что у тебя ничего не получится. Верь в себя, и из любой ситуации ты выйдешь победителем. Конечно, не все сразу получится, но постепенно, шаг за шагом, ты добьешься своей цели. Помни, ты и только ты можешь только иметь свои жизни.